Без прелюдий сразу к делу. Это мой последний, прощальный, завершающий У-Лайф. И сегодня, конечно, мы будем говорить о ПАТВ. Так вообще там какие-то передачи показывают, что очень интересные. В основном НТВ хороший передача, канал. Мы АТВ. А вы АТВ? Мы не НТВ. Здравствуйте, это наша территория. Ладно, я шучу. Как у вас дела? Отлично. А у вас? У нас тоже все хорошо. Что вы тут рисуете? А вы что снимаете? А мы У-Лайф снимаем, а вы? А мы остановку Восточного экспресса. А, здорово. Мне очень знакомо ваше лицо. Вы меня бить не будете сегодня? Сегодня нет. Сегодня да. Хорошее настроение. Хорошее настроение. Да. Ну ладно. А АТВ у вас с чем ассоциируется? У-Лайф. У-Лайф, да? Серьезно? Словно, да. А почему? Оригинальная рубрика. Он задорный, он нравится девчонкам, он такой смазливый. Понимаете? Мне кажется, ты сейчас описываешь себя. Ну ладно. Мы вместе смотрим, просто она часто о вас говорит. А, да? Какой у нее прекрасный голос. Серьезно? Да. Как вас зовут? Алена. Алена? Меня же Галма. Очень приятно, меня прям засмущали немножко. Я был в отъезде и находился в Казани, там не было интернета. И я последнее смотрел интервью с борцами. Интервью с борцами? А там что было интересно с борцами? Там про Насвай. По кому больше всего скучаю? Так, ну, Сергей Михайлович, наверное, One Love. Как вам ведущая, которая спрашивала у них это? Ну, довольно симпатичная. Меня не покидает чувство, что ты меня все-таки сейчас ударишь. Я боюсь, ты я была. А, понятно, я вас не узнал. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, Франц. Франц, о боже, какое красивое имя, а я просто Жаргалма. А вы куда? Я туда, в туалет пописать, в форум. Ма? А, нет, нет, не Маша. Ри? Мария? Мариам. Мариам? Он раньше работал на ТВ, это любимый корреспондент всех бабушек. Особенно моей. Особенно, да. Его. Про ТВ слышали? Да. Нет. Да, я вот с этой девушкой поговорю. Ну, в последнее время это все связано с Жаргалмой Батмаевой. Но я думаю, что это молодая команда там сидела. А что вам нравится на ТВ? Я не знаю, я не смотрю телевизор. Я что, зарасела? Что тебе больше всего нравится? АСМР. А? АСМР. Нет, нет, на ТВ. А, на ТВ? Ну, когда ты шепчешь там, наверное. Да? Ну, это же такой не особо известный канал. О, мое сердце! Вы ранили мое сердце! Что вы делаете? Зачем вы так грубо? А это он, наверное, я не знаю, как он. Ну, пьет, наверное, маленько лично. Пьет маленько немного, да? Что вообще важно в этой жизни, черт побери? Ну, чувствовать себя свободным. Наверное. И еще на Байкал съесть, чтобы там тепло было. Хотя бы, да? Это, пожалуйста. Если описать тремя словами АТВ, то какое АТВ? Правда, очень смешно. На этом месте я стою не просто так. Именно здесь я записывал свой первый У-Лайф. И последний тоже. Для меня АТВ – это словно первая любовь. Такая добрая, чистая и искренняя. Это мои любимые и дорогие коллеги. Это определенный этап в жизни, который навсегда останется в моем сердце. АТВ, я люблю тебя. А что значит для вас этот канал? Пишите свои варианты в комментариях. Ну а я прощаюсь с вами. Жаргалма Бадмаева, Владимир Попов, телекомпания АТВ.